В Караганде больше нет литературной остановки. Сегодня утром жители обнаружили лежачий остановочный павильон у Политехнического университета. Вчера было нормально, а сегодня вот уже ужасный бардак. Кто это? Вот кому это мешало? Все было для людей. У нас вообще все остановки обгажены, переломаны. Все, я не знаю, как вот, каким народом нужно быть, какими людьми. Остановочный павильон, который в августе 2020 года обрел название литературного и был оформлен словами назидания Абая, долго не продержался. Ранее литературная остановка, созданная по инициативе отдела культуры и развития языков города, утратила свое обличие, хотя говорили, что за ней будут следить и даже менять текст под антивандальным стеклом. В итоге она быстро превратилась в обычную, а из украшений только объявления и надписи с рекламой запрещенных веществ. Сегодня эта остановка и вовсе оказалась перевернутой. На политехе там ситуация, получается, вот эту остановку сбили ее. Теперь этот, мы отправим отношение в полицию по этой остановке. Наша бригадно-ремонтная выехала, уже сейчас будет восстанавливать ее. А по этим, по камерам, установим, кто это сбил ее, и отношение в полицию отправим.